К пропуску весеннего половодья готовы. В Твери прошла тренировка по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за паводка. Участие в ней приняли сотрудники администрации, МУП ЖЭК и аварийно-спасательные отряды. Набор горячей воды такой силы позволяет в считанные минуты освободить от затора водоотводную канаву, чтобы вода не поднималась и не было подтопления. Благодаря комплексной работе паводок и его последствия всегда можно предотвратить. За свою частную территорию отвечают сами жители. О необходимости провести работы на муниципальной земле нужно сразу сообщить в администрации районов города. Работа у нас начинается прежде всего получение информации. Какая проблемная точка, где возможно подъем соответственно воды, как правило, приходит на диспетчер, единодежурная диспетчерская служба администрации города. Дальше уже по команде отправляется оперативная группа управления обеспечения безопасности жизнедеятельности. Информируется соответственно в районах. Район отправляет мониторинговые группы. Для того, чтобы понимать масштабы последствий, сколько количество населения попадает в зону подтопления. Такие тренировки для всех ответственных лиц проходят каждую весну. На этот раз были выбраны 5 учебных точек для работы специалистов и спецтехники. Жителям частного сектора традиционно раздают памятки, территорию изучают с помощью квадрокоптера, а с последствиями паводка эффективно справляются и лососные машины, и мотопомпы. Объем работы станции очень-очень большой. Значит, за час она перекачивает 360 кубов, за одну минуту 6 кубов. На данный момент администрациями районов Твери уже заключены контракты для того, чтобы проводить прочистку сетей ливневой канализации, дренажных канав и проверять запорную арматуру на системах водоотведения. Работы ведутся во всех районах города.